Если вы любите слушать музыку в кругу друзей, но громкости и качества звука смартфона не хватает, самое время обзавестись мобильным динамиком, таким, как новый Logitech Mobile Boombox. Динамик очень маленький и легкий, и приятный на ощупь. Сверху он обклеен мягким прорезиненным материалом, а переднюю и заднюю панели закрывает металлическая сетка. Основных элементов управления всего три, и все они наверху. Это механические кнопки регулировки громкости и кнопка Bluetooth. Тут же находится и микрофон. Mobile Boombox может служить для громкой связи. На задней панели есть линейный вход, порт microUSB для зарядки встроенного аккумулятора и переключатель питания. Подключить Mobile Boombox можно к чему угодно, начиная от смартфонов и планшетов с Bluetooth и заканчивая любым источником звука, имеющим аудиовыход. Соединить смартфон и Mobile Boombox по Bluetooth очень просто. Достаточно длинного нажатия на кнопку, после чего прозвучит сигнал. Все важные действия сопровождаются приятными звуками. Что интересно, к устройству можно подключить одновременно два источника. Например, во время вечеринки поочередно проигрывать треки с двух разных смартфонов. Внутри Mobile Boombox 2-дюймовых динамика и пассивный излучатель, который пытается воспроизводить низкие частоты. Ему это удается лишь отчасти, но все равно от такого малыша не ожидаешь столь качественного звучания. Никакого хрипа на большой громкости, ровное звучание с максимальным для таких габаритов качеством. В который раз Logitech удивляет своим умением делать устройства, из которых извлекается такой звук, что не веришь до последнего. Ну и самое главное, на нормальной громкости Mobile Boombox может выдержать от заряда встроенного аккумулятора до 10 часов. Mobile Boombox понравится всем, кому порой нужно озвучить вечеринку, а компьютера или акустической системы под рукой нет. Его легко взять с собой, соединить с любым устройством и получить качественный и достаточно громкий звук.